Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу. Сегодня у нас дом 22 по пятой линии Васильевского острова. Архитекторы Бруни. Год постройки 1868-1869. Стиль эклектика. Я пользуюсь данными сайта City Walls. Дом архитектора Александра Константиновича Бруни. Русский архитектор, академик архитектуры Императорской академии художеств. Итак, 1868-1869 архитектор Бруни Александр Константинович, дом княгини Мещерской. 1876 архитектор Бекер Николай Федорович Надстройка. До второй половины 19 века на этом месте стоял деревянный особняк. Но уже в 1869 году на его месте архитектором Бруни был возведен собственный трехэтажный дом. В 1876 году по желанию очередной владельцы, княгини Мещерской, архитектор Бекер возвел четвертый этаж. Кстати, при Бруни одним из первых в 1870 году арендаторов квартир явился Лемах, член Петербургской артели художников. В этот период он вместе с товарищем по артели Шишкиным, Корзухиным, Маковским, Крамским, а также с Мясоедовым участвовал в создании товарищества передвижных художественных выставок, разработке устава, в хлопотах, связанных с его официальным утверждением. Эта организация называлась «Товарищество передвижных художественных выставок». В 1876-м, по желанию княгини Мещерской, как я уже говорил, архитектор Бекер возвел четвертый этаж. В 1895-м ряд помещений в дворовом флигеле занимала мозаичная мастерская талантливого художника Фролова. В 1920-1930-х годах здесь жил геолог и петрограф Лебедев, член-корреспондент Академии наук. Вот все, что написано про дом номер 22 по пятой линии Васильевского острова. Пользовался я сайтом City Walls, дом архитектора Бруни. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего.